Всем привет! Сегодня вместе с вами хочу приготовить салат «Красное море». Этот салат очень вкусный, и его любят все мужчины. Для его приготовления нам понадобится 2 помидора, 1 красный перец, упаковка крабовых палочек, сыр где-то 150 грамм, майонез провансаль, это для заправки, и несколько головок чеснока. И давайте начнем приготовление. Я взяла глубокую миску для этого салата. И первое, что мы начнем резать, это помидор. Помидор нарезаем как хотим, либо кубиком, либо пластинами. Я это сделала пластинами. Далее я буду резать перец. И отправляем его к нашим помидорам. Следующее мы будем крошить крабовые палочки. Крабовые палочки мы будем нарезать наискосок. Теперь их нужно немного разделать. И также крабовые палочки отправляем в миску. И далее нам нужно будет на крупной терке натереть сыр. И далее этот сыр отправляем в салат. Следующее я буду в терку натирать чеснок. Я думаю, что 2 зубчика чеснока мне будет достаточно. Натереть их нужно в мелкую терку. Вот и все, салат готов. Теперь его заправляем майонезом. Майонез я буду использовать где-то 4 ложки столовые. Ну вот и все, салат «Красное море» готов. Всем желаю приятного аппетита, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.